Ну давай брусок какой-нибудь. Ну давай. Выравнивай ее. Вот принесли лестницу. Такая лестница у нас большая. Тут Виталий держит. Смотри, чтобы она с доски не сошла. А то Евангелие там считает, прибегает сюда. Лестницу сказал привязать, сразу привязали. Видите, как не досмотрели. Аккуратно. Смотри, она насколько ушла. Она почти уже ушла со столба. Как могло не досмотреть, Володя, такое дело. Давай, давай. Я это посмотрю тут. Он вылазит уже, она. Вылазит. Вот она. Еще сантиметров 7. Сначала подожди. Да добивай до туда, до конца, чтобы она дошла. Сейчас, сейчас. А, ты гвоздик? На. Только молоток. Смотрите, какое это устроить. Все своими силами. Лестницу сделай. А какой спрос? Так, подожди, какой? Какой гвоздь? Гвоздь-то не нужно такой забивать. Меньше. Я хочу вот. Ну не пробить. А тогда даже выше пойдет. Взять гвоздь и меньше. 150, а ты на 200 взял. Куда их? Их не забить. Она пройдет, только продырявит. Ну там возьми, там другие где. Дело в том, что там... А тут балка, даже балка меньше. На 150. Ну еще, Володя, давай. Какая меньше? -то? Давай еще сантиметров 7. Я хотел, чтобы у кувалды было. Ну-ка посмотрим, что у нас тут получается. Нет. Сантиметров остается 7 примерно так. Вот оно под балкой высовывается. Вот оно пространство между ними. Давай, вроде бы идет маленько. Крепче держись. Оно скользкое все. Мокрая. Не знаю. Может быть, поближе надо, наоборот. Доска-то под тобой выдержит тебя. Володя, мне не нравится, за что держишься. Тебе надо какой-то пояс, чтобы зацепиться. Ну, на чем стоишь-то? Просто смешно. Может, лестницу туда перетащить? А? Да ничего не надо. Почти не идет. Еще сантиметров 6 осталось. Я думал так, что рядом положить тут, это сказать, лестницу подтянуть поближе. Он там где-то на кухне был. Просто ее двигать чем-то, зацепить. Там ломиком не возьмешь. Помаленьку передвигать, передвигать, бить. А вот эти вот отверстия-то на столбе, это дятел долбит. Означает, что там черви. Давай, давай. Вот так. Ты держись только. Крепко-крепко держись.
осталось сантиметров 5. Может взять топором бить? Кувалда тебе не ударит там. Кувалдой надо площадку строить, с которой бить. Топор жалко. Вот. Больше не надо многому. Так, подожди, ты не в одну линию бей гвозди-то. Иначе она расколет ее. Подальше от края. К середине ближе, еще ближе. Вот так. Иначе она ее разорвет, отпадет. Давай, идет, идет. Ты держись только, смотри. Ну, сантиметр, наверное, там 3 осталось. Болоток-то не сорвется? Да нет. Ну, давай. Ты меня интересуешь, надо было пояс взять этот. По столбам лазят, страховочный. А что, есть что ли? А то с сапогами не зацепишься. Все, все сырое, барбаша, как на масле. Электрический. Давай, давай. Ну, кто хочет побить? Надо лезть кому-то? Да нет. А нет, ну отдохни маленько. Надо, чтобы уперлась она туда. А потом здесь прибить. Как могли не досмотреть? А разве она не была закреплена раньше? Ты же когда там прибивал, ты это и здесь должен был прибить. Ну, что она отлетела или куда? Не помню. Не могу сказать. Я вчера издалека увидал, качается сильно. Подошел, глянул. А я даже нету. Так вообще скрылась. Ты же представляешь, что это такое? Мы его едва подняли туда, тот стержень. Нашли. Как будто на месте стоит. Не идет вообще. Да. Вот такие дела, брат. А что, в государственном там кран подошел бы, сейчас подняли, оторвали, бетонные сделали, как у них делают. Ничего нету. Все гнилье. Одно убираешь, другое гниет. Это тут здесь разбирали. Проволока вот эта вот натянулась, и она ее держит. Алюминиевая? Да. Ее бы сбить вот так вот. Ну тогда она лестницу переставляет. Ну там прямо осталось сантиметра 3. Ну еще... побей, я посмотрю. Да, идет. Под топором не лучше, я говорю, нет? Идет, не идет. Если не идет, то тогда... Видишь, по-моему, на конце она расплющилась маленько, она упирается в дерево. Идет, идет, идет. Держись только крепче. У меня удар уже идти. Но. Что мы? Вот залезть, да? С этой стороны с лестницы попробуем. А ты не ударишь тут. Вот у нас тут свой маленький садик. Это что, вот вытаскивали ночные горшки. Просушивает. Вот еще валяется все тут. Стекла на землю. Это наступят, раздавят. Как у нас принято. Бедность наша. Качели. Геннадий Иванович Потеряев приезжал, сделал. Давай, тихо. Там принципиально, чтобы уперлась, уперлась, а то она здесь меньше, чем там получится. Ну, маленько ударить, больше. Пусть больше она сползает-то туда. Поэтому и надо больше. Еще добить. Там осталось сантиметр 1,5. Не, мы эту-то прибьем. Еще раза два стукни, и она уперется. Все. Дошло. Теперь залазь ему. И прибить. И только держись, как следует.
Вот Пупков полез. Держись. Это тебе урок. Держись крепче двумя руками. Виталий, поднись, смотри, чтобы не сдернуть. Лестница не пошевелилась. Хотя и привязали ее. Подожди. Вот эту проволоку отодни вот эту сторону. Бей. Нет, вот эту край самую проволоку. Так, давай. Там вверху маленько настукнуть, она отойдет тогда. Молоток будет мешать. Маленько закрепи. Как это там опасно вот держать это? Без лестницы, Володя. Бей, Сергей, бей скорее. Прямо бей по гвоздю, не по пальцу, бей этой стороной, вот так, здесь. Загони его, ну к себе гвоздь загибаешь ты, отогни от себя его. Он загнул его, все. По загнутому бьешь, а 100% он будет загнутый. Я говорю, загнется, он ничего не будет из него. Сережа, прекрати бить, распрями сначала, ударь в обратную сторону. То ли не слышишь. Ну явно дело, что порча идет. Загни его в другую сторону. Он не может гвоздь держать-то, потому что ты его загнул. Дальше загибай. Вот теперь бей. Ты сильно с подтягом делаешь. Вот так бей ровно, не тяни его. Так, попробуй второй закрепить. Подожди. Он как-то гвоздь у тебя наклоненный. Почему? Не в нужную сторону. Ну бей. Старайся попадать, мимо не бей. Давай я сдам. Ну? Давай. Все, можешь слазить. Молоток один забирай. Так, теперь этот добей. И за этим надо наблюдать будет. Попробуй. Володя, только удержись. Если он загибается, гвоздь, сразу отогни, поставь его в нормальное положение. О, Володя, дятел. Так, Сережа, спускайся быстро. Брось молоток. Все. Спускай. Володя, держи двумя руками. Зайди на лестницу. Yes. Тут сколько? Метры 4-5. Высота. Это 6-метровый. Так, что? 6 метров здесь. Прибить надо? 6 метров. 6 метров. Ну слазь давай. Подойди, Сережа, держи лестницу. Он будет сейчас сбоку давить ее. И отвязывать будет. Держись. Залезь пониже, спусти сначала. Перейди на лестницу, потом отвязывай. Ты же ее давишь сбоку. Вот теперь отвязывай. Держите крепче, не давайте ей шевелиться. Виталий, ты смотри, куда она пойдет. Слава тебе, Господи. Ну вот так, выше из положения. Лестницу сразу на место. Водворите на большую вышку. Куда я? В бок? Давай. Нигде не уроните, она сразу рассыпется. Пошел. Дети были на молитве, возвращаются. Так. Соберете молотки, уберете. Так, иди собирай молотки. Все, что было здесь, гвозди.
Вот пока ставили, все поставили. Они пришли, уже сделано. Так. Ты все время приваливаешься к чему-то. Стой прямо. Ты же не слон, чтобы прислоняться. Нигде не прислоняйся ни к чему. Нигде. И в церкви не чеши спину. Привыкай к порядку. Так, туда не ходите. Там будет засыпаться. Воду где здесь? Вот, лужи не трогайте, обходите. Давайте.